Уже 14-й год подряд с приходом лета в Краснодарском крае стартуют соревнования по уличному баскетболу – одному из самых любимых и доступных видов спорта современных мальчишек и девчонок. На открытии всекубанского турнира по уличному баскетболу побывала и наша съемочная группа. Первый летний день 1200 белореченских мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет встретили на стадионе «Химик». Любители баскетбола и их группы поддержки приветствовал первый заместитель главы Белореченского района Сергей Сидоренко. Занимаясь баскетболом, мы должны знать, что на сегодняшний день баскетбол – это один из самых популярных и динамично развивающихся видов спорта. Баскетбол – это сочетание личных качеств и командной сплоченности. Уверен, что участие в сегодняшнем мероприятии – это очередной этап достижения спортивных вершин. Я хочу пожелать вам сегодня хорошего настроения, красивых матчей и ярких побед. Спасибо. За высокие достижения в спорте были вручены памятные награды белореченцам Ольге Козыревой и Даниэлю Запуняну, а также их тренерам. Удостоверение мастера спорта по спортивной борьбе получил Кимран Сафаров. Какой же праздник без веселой музыки? Веселым настроением со всеми присутствующими поделились коллективы районного дома культуры. И вот начались соревнования первого этапа всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд. В течение недели отборочные игры будут проходить во всех поселениях Белореченского района, и 8 июня лучшие команды встретятся в финале. Победители финальных игр будут представлять наш район на краевых соревнованиях, и, возможно, в этом году кубок губернатора получит одна из белореченских команд. Но, как рассказывают организаторы соревнований, кроме почетной награды, есть и другие не менее важные цели. Занятость детей в летний период, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, в данном случае уличным баскетболом. Потому что уличный баскетбол – это очень доступный вид спорта. В любом дворе можно повесить какое-то кольцо для баскетбола, и уже ребята будут заняты. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.